друзья, так уж вышло, что вы все предпочли более значимые события, которые происходят сегодня в мире, нашему вот этому событию. Это очень приятно. Ну, во втором отделении мы будем отслеживать, конечно, счет. А чего отслеживать? Все уже выиграли. 1-0. Так уж вышло, что в прошлом году все это должно было состояться. Но у нас пандемия, значит, изменила наши планы. Огорчила. Да. Но знаете что? Вообще мы пытались, вернее, планировали так, с размахом, так чтобы даже деньги копили на свадьбу, ну как это водится. И ежели бы мы этого не сделали, следующий год вряд ли пережили бы. Поэтому мы прожили вот этот год пандемийный, вот на эти деньги, которые мы копили на свадьбу, а сейчас... Сейчас денег нет, свободно от обязательств. Друзья, это не номер. Ну так получилось. Друзья, юбилей мой, бог с ним. Это не очень веселое событие. Но подумаешь, юбилей, юбилей, с кем не бывает. Свадьба гораздо более веселое событие, поэтому мы посвятим свадьбе наш вечер весь целиком. Так получилось, что мы с Евгением Николаевичем 23 года вместе, мы проверяли чувства, мы вырастили детей, мы построили дом, завели котов, ну и решили нормальные чувства. Даже дерево наше выросло. Надо брать. Вот, и мы расписались. Это и празднуем. И сегодня все наши выступления будут вот не наши, а наших гостей. У нас гостей, будут посвящены именно этому событию, бог с ним, с юбилеем. Это скромничает. Да нет! А сейчас, Саша, давай реверочек. Начнем мы с тех номеров, которые ассоциируются именно с нашим, с Женей, творческим союзом. У всех людей на свете. Которые нас знают. Серым в пыль.
клеточку костюмовую. Покрыть башни глазами серьезными своими, портал так прелестно. Мы умрем, и черт бы с нами, а вот что случится с ними, совершенно неизвестно. На скамейке ренессансной мальчичного забота. Не забудь, что их от скорой бесед не проводи. Что там за архитектура, сеньорина, что за флора, да, сеньор? Не твоя печаль, приятель, погуляй, проходи. Волторно строго, что вязать велит пожитки, ни пера тебе, ни пуха, дохни перед дорогой. Важный рассвет тебя разбудит, портье ключами щелкает, а дальше как придется, жизнь одна второй не будет. Но пока волторно смотрит, колокольчик распоется. Нет, колокольчик сегодняшнего вечера назначена свадьба. На сцену приглашается главный певец таких событий Леонид Сергеев.
говорю, что есть певец разлук, а есть певец свадеб. Заметьте, 6 свадеб и ни одного развода. Ну, вам еще рано слушать свадьбу 6, это когда уже повысили пенсионный возраст, сегодня ростом не надо. Вы знаете, я вот сидел, вспоминал, сколько я свадеб видел в своей жизни. Не только своих. Но у меня было 2,5 свадьбы на самом деле. Вот, но мне моя свадьба запомнилась, ну, много чем. Но главное событие произошло в самом конце первого дня, когда мой племянник неожиданно заболел краснухой, и гости бежали. Кто-то до стола успел добежать, свидетельница так и переболела, как краснухой, тоже пятнами пошла сыпью. Вот. А мы с женой, нет, ничего, как-то. Я вспоминал вот с песнями века, как мы были в Киеве и видели на второй половине ресторана гостиницы «Москва» свадьба день второй. Это, между прочим, еще не очень исследованное явление, второй день свадьбы. На самом деле это гораздо, я бы сказал, ярче, выпуклее все эмоции. Они все, правда, в себе, потому что люди сидят как бы так по первому приближению, но внутри такие вулканы, вот, и когда мы услышали, как встала свидетельница и сказала фразу, которая, ну, стала, безусловно, фразой столетия, она сказала: «Любовь порождает секс». Больше она ничего не сказала, жених уже понял давно, на что он попал. Мы упали носом в свои борщи. Я видел безалкогольные свадьбы, когда, это я точно знаю, после гуляния в ресторане под камерами местного казанского телевидения, чокаясь соком с идиотической совершенно, да, вурдалачьей улыбкой, все пошли потом домой к жениху и невесте уже, и напились так люди, и почечники, и язвенники, и трезвенники, которые не знали, как это делается и какой на вкус. Ну, все просто в хлам. Но, понимаете, свадьба – это жизнь. Вот, правда, Евгений Николаевич? Вот, как ты приходит обычно к свадьбе? Свадьба, видимо, это вторая половина жизни все-таки. Вторая лучшая половина жизни. Понимаете, если бы они вот не... Да, разве пришли бы такое количество котов, раз пришли бы к ним? Если бы они не сочетались такие в конце концов. Но, тем не менее, Лидия, не надо замыливать все-таки юбилей. Потому что юбилей, согласно Владимиру Ивановичу Далю, дается человеку в жизни 2 раза испытать. Это 50 лет и 100. Все остальное – это круглые не очень даты. Вот. Так что на твой столетний юбилей, я думаю, мы соберемся в том же составе. Перепись произойдет быстренько. Вот. Ну и нельзя не отметить, что титанические, стоические ребята решили отпраздновать свое торжественное событие как раз на гребне 3-й волны пандемического, так сказать, коронавируса населения. Это тоже, между прочим, да, пока не закрыли, пейте, ешьте, пойте, слушайте. Вот. И начать сегодняшнюю маленькую поздравительную такую часть свою я хочу с марша, с торжественного марша группы «Риска», к которой я, собственно, и отношусь, 65+, вы-то салаги. Девчонка и пацан. Я так заметил, что в зале есть приличные люди, которые могут разделить мою радость по группе «Риска». Склероз. Да ладно так. Когда падет на город ночь и власть прострации выходят те, камни в ночь на изоляции. Они идут за взводом взвод, за ротой армия. Они скрипят который год костями старыми. Они скрипят который год
близко, еще попробуй доживи. А мы отчаянный народ, и нас хорова не берет. Песочек сыплем в гололед, вперед, вперед. Да мы не сеем и не ждем, а все посеяло. Ожали нас, но мы живем. Радостное сообщение, все выше, выше микрофон, все выше. Давайте. Ну, как-то... Кто в него дышал? Он откуда донеслось, да? Да ладно. Так, не громко, а гитара? Громко, наверное. Саша, чуть-чуть убавь. Не унести ее слегка. В хорошем смысле этого слова. Песня посвящается, конечно, юбилею Евгения Николаевича, который уже прошел. Сколько ж вам исполнилось, милый друг, что сегодня вспомнилось, как тот друг, вот бокал наполнился. Кто сегодня вспомнился и зачем? Из огня да в полымя столько лет. Вы живете вовремя или нет? У кого не спрашивай, все зиманы. А во что окрашены ваши сны? Дни рождения странные, праздники, в них живут обманные сквозняки. Вроде только минуло 20 лет, дунуло и скинуло. Нет, как и нет, а ни к чему по прошлому слезы лить. Лучше по-хорошему нынче жить. Наливаем рюмочки пополней, закрываем форточки поплотней. Наливаем рюмочки пополней. Сколько ж вам исполнилось? Написал к своему 68-летию. Ну, пугать не буду, ладно.
будет номер два. Хотя, с другой стороны, это указывает на то, что есть и сонет номер один. Ой, давайте построим. Жар сердец. Сейчас, подожди, там же тюнер есть. Ну, зачем нам с тобой? Тюнер? Ну, мне кажется, не-не, вот там зелененькое Е. Е, зелененькое. Я предлагаю, пока такая вынужденная легкая пауза, предлагаю наполнить бокалы. И знаете, можно так не чокаясь, каждый пусть выпьет за свою свадьбу. Первую. А кто-то чокает за вторую. Вы знаете, однажды в Театре эстрады в Питере мы выступали с Женей, и я решил провести такое социологическое исследование. Я говорю, поднимите руки, кто счастливо женат первым браком. Ну, там, такой лес, там, человек 10. Я говорю, а кто дважды вошел в одну и ту же воду? О, тут человек 30 уже, потому что, ну да. Я говорю, а кто третий раз там какие-то, значит, им, а прямо вот так вот, ряду в пятом, шестом, да, сидела женщина, ну, наверное, сняли специально там подлокотник, она села одна на двух местах сразу, и она так, и она вдруг так зашевелилась, и я так смотрю, говорю, неужели четыре? Она говорит, завтра, это будет завтра. Так что есть еще радостные события какие-то в жизни у человека, что-то я не слышу, так как глотание редко такого. Выпили, какая-то тишина пала внезапно в зале. Ну, что уж теперь-то думать, Господи, думать раньше надо. Наверное, люди боятся... Четыре много или мало? Четыре в самый раз. Нет, смотря с какой стороны посмотреть, да. Побаиваются просто, наверное, люди социологического исследования. Ну, поэтому тьма и сгустилась. Ну, давай, сонет номер два. Самопечных булок, где по утрам наш дачный род к колонке с жизнью припадает, а сердобольщий народ все понимает, понимает. Он и тебя с тоскою струн поймет и выйдет четвертинку, а третьим будет кот боюн. В шелковую спинку, и ты, поплакав, ляжешь спать, чтоб утром жадно жить еще.
при неумном господине, чтобы жить посередине меж весельем и тоской, и понять уже всерьез эту формулу успеха. Не узнаешь горечь смеха, не познавши слабо слез. Я хотел бы быть в пути и не очень не торопиться, но однажды возвратиться, чтобы снова все пройти и ошибки повторить, и наделать новых трое, и, конечно, стать героем, снова бросившим курить. Побольше бы попелось и подольше пожилось, только вот частица бы как-то вроде бы смущает, что, конечно, не меняет предначертанной судьбы. Возвращаясь памятью в достославный 20 век, 1979 год, свадьба номер один. Да, тогда она потрясла неокрепший ум молодого казанца. И пошло-пошло-пошло-пошло-поехало. Итак, начинает светлый образ невесты. Сфаты скорее, черт кудрявый. Извините. Ну, сегодня Лусик еще воспоют, время есть. За что ж так предупреждать невесту? Сойди, сфаты скорее, не кудрявый. Ну, платил не вычти до нас, а эта дура упустила славу. А хоть свекровь зараза, но одна. У этой две сестры не затаскуешь, но на меня не очень поорешь. У нас в конторе, если не лютуешь, то долго на земле не проживешь о них. Соседский Вовка налил мне стакан, а я глотнул и на тебе невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шею виде бабочки аркан. Ну ничего, я тоже не цветок, потяжелее ее кило на 8. И что накалу, и прощения просим. Открыть глаза и пялься в потолок. Гости, а горько-горько, а всем нам горько. А поцелуйтесь горячо, а поцелуйтесь только с Колькой. А мы за вас нальем еще. Работник ЗАГСа, дорогие девчонки, прощущиеся, посмотрите, такие улыбающиеся, посмотрите, такие любующиеся, свои нашими заканивающимися. Подойдите, распомни, расписывающиеся, поднесите свидетель уже нажравшегося, распишите здесь и здесь и здесь, и внесите свидетель совсем уже, к сожалению, отпившегося. Теща! Пушкина я воровал из-за взъерошенной. Свекровь,
Оботыками молчим, а прическа сбилась от того, что рядом с ним ваш притурит бойца. Гости, Америка-Горика, Акция-Барбарика, а если Горика, то давай. Раз, два, три, гулай. Спасибо, Горька. А ну за это наливай. Свидетель. Мы сколько пацанами? Сколько где? А Вовка, он не с нами. А сколько он? Вообще. Работаем так. А теперь у нас вопрос к верности и доблести. А менять скорость 96-й пробы. Чтобы взять на всех свои радости и горести. Чтобы друг друга захватывал гроба. А сейчас покинуть звонить друг другу полками в барабу. Ну, 35. И напиши на развод заявление. Невеста. Колечко на палец попался родимый теща кило. Сухофруктов, минтай и сардины с икрой. Закуску все гости приносят с собой. А что они топили, уносит домой. Гостяка Горика, Горика. А все мама Горика. А поцелуйте горячо. Как всегда, из-под стола. Наверх мы, товарищи, все по местам. Горько! Понятно, что сегодня случайных людей нет. Кто не знает, пойте громче. По дороге быстротечной, на лошадке типа класс, мимо станции конечной, удаляюсь я от вас. Полугрешенный полусветы, чистокровно сам не собой. Ох, ребятушки, ребята, долго еду я на домой. А где тот дом, что в доме том? Горит очаг, трещит свеча. Приглашают годы бины на экскурсию в меня. А где тот я, где песня моя? Всегда четыре, хоть умножить, хоть сложить.
Есть надежда в этом мире, значит, будем в мире жить. Но пока в душе тревога и не виден поворот, продолжается дорога от заката до на восход. Будет дождь, и будет снег, и будет день, и будет век. Но знаю я, что у огня сидит родня и ждет меня. Соберемся, вот тогда ж погуляем. Здоровья вам всем! Написала конферанс. Я сейчас даже не буду лицемерить, а буду его читать. Ага. Приглашаем на сцену наших больших друзей. Интрига сразу, да? Участников клуба творческих встреч Карл и Клара под предводительством великолепной Ольги Гариной. Карл и Клара — это одна из немногих активно действующих площадок, где звучит авторская песня и другие камерные жанры. Собственно, таких площадок фактически на самом деле только две. Вот «Гнездо» и вот «Карл и Клара». Характерно, что обе имеют птичье название. Итак, на сцене Ольга Гарина, Галина и Андрей Соловьевы. И наши большие друзья, я сейчас, наверное... И я смотрю, тут не только. Да, спасибо. Спасибо, Леночка, большое за представление. Значит, мы тут такой инициативной, самодеятельной группы немножко. Не все у нас самодеятельные, есть у нас профессиональные музыканты. Но просто поскольку наш клуб, он такой действительно очень камерный, у нас все свои, и мы вот как-то после концертов обычно объединяемся, не расстаемся, у нас все смешалось, артисты, зрители и так далее. Поэтому вот на сцене самые большие любители, поклонники творчества Лидии Чебоксаровой и Евгения Быкова, их было намного больше, просто все на сцену не поместились, вот, поэтому, в общем-то, кто успел. А я что хочу сказать? Значит, да, есть Карл и Клара, это две вороны, они смогли сегодня доехать сюда, потому что что-то там, немножко голова заболела у Клары, но она такая девушка у нас особенная в этом смысле, да, любит, когда к ней приходит очень. И они очень любят, когда у нас бывают в гостях Лида с Женей, потому что на это есть определенные причины, конечно. Мы, несмотря на то, что мы просто так любим, конечно же, Лиду с Женей, да, и они очень гостеприимные люди сами, и это все знают, но открою маленький секрет, но для кого-то это не секрет, сцену своими собственными руками у нас в клубе сделал Евгений Николаевич Быков. Давайте вот походу Жене в очередной раз. Я не перестаю об этом говорить. Мы ему очень благодарны. Вот, ребята, а поскольку вы живете очень далеко от Москвы, это как неправильно, потому что вы вечно куда-то едете, я вам предлагаю больше не ездить никуда. И поэтому первое, что мы вам подарим, это ключ от нашего клуба. Вот, ну потом вам отдадим. Он настоящий. Я сегодня специально сделала. Да, значит, там есть вот эта сегодня сцена. Сегодня есть где ночевать. Да, на сцене. Значит, у нас там нет двухместной кровати, но есть сцена. На сцене, в принципе, можно спать. А я еще раз с нас лепил ее. Ты там дальше все доделаешь, как захочешь. Да? Вот, ну, а сейчас мы хотим вам что-то спеть.
наш клуб с любовью строили, чтоб свить гнездо в Воронье. Ну хорошо. Но сцена для артиста ведь важнее, чем гнездо. Кому ж еще довериться под мостом сотворение? И только руки Женины взялись за молоток. Эту сцену, чудо-сцену, полюбили Лида с Женей. Гости в карту, гости к лаве приходили уж не раз. Но ночами это строго между нами. Там по ним стучает сцена, как по клубе Гондурас. Нет, просто у меня на раз не было другой рифмы, и пришлось это дурацкое использовать. Я предлагаю, ребят, немножечко обострить ситуацию, потому что сегодня такой праздник, сегодня день рождения Лидочки. И тут ребят собрались, да, и радостные лица. Это зона чуда, чувствуете, да? А чудо – это Новый год. А на Новый год самая уместная песня – «Ты в лесу родилась, елочка». Вы, Люд, видели? Вузы видели на ней? Елочка. Ну, а, кстати, где родилась? Во Владивостоке. А фамилию Чебоксарова носит? Вот. А я слышал про Смоленск. Вот, понимаете, давайте вот смотрите, во Владике, Лидочка, Смоленск, чтобы объединить, и чтобы певица обязательно была там и так далее. Понимаете, о чем это? Да. Во Владике родилась Лидочка, в Смоленске подросла. Хорошенькой блондиночкой и в уни ей была. Встала, у нее такой одной стороны хлопушка, другой стороне гитара, а тут барды стороны набежали. Леонид Сергеев радостный стоит. Хорошо, барды начинаем петь, да, и только один человек добрые слова сказал. Поняли? Бардьё не пела песенки, спи, Лидочка, бай-бай, а Жене шок на шок ты вал. Смотри, не засыпай. И она такая радостная выскочила, тут зверьё заскакало, зайцы, волки, лоси. Андрей, подожди, какие лоси? У ребят три кота. Три кота? Ребята, мы про котов забыли, что несчастье такое. Детей оставили в стороне. Три кота. Пополнилось семейство ваше тремя пушистыми детьми. Для Жени нету больше краше, и для Лиды нету больше краше, чем найденыши свои. И на грядках лежат, и в цветочках сидят, в избухе всегда не тишат. Три классных кота, эх, три чудных кота, три шанра, и сержант, и пират. А вот тут телефон ларифовать, а? Ребят, мы вас от всей души поздравляем. Мы год ждали, когда же все-таки это произойдет. Очень испугались, что опять все накроется. Но, слава богу, это произошло, потому что не могло не произойти. Наша с вами встреча, я имею в виду. Свадьбу никто не отменяет. И мы что вам хотим подарить? У нас тут два подарка. Лесь, давай сначала, наверное, вот один покажем, да? А мы одновременно будем что-нибудь? Ну, давай, хорошо. Получили. Значит, во-первых, все-таки, чтобы вам ночевалось у нас на сцене, мягенько, да, ключ. Есть ключ. Теперь у вас будет супружеское ложе вот здесь. Вот оно, пожалуйста. Ну, спальни. Надувное. Двуспальная. Двуспальная, надувное, супружеское ложе. Женя, с насосом, не переживай. Насос полагается. Еще и с насосом? Да. Ну, это вы решите, что с насосом у нас в клубе. Так, Леся. А чтобы вы друг друга там не потеряли, и вам всегда что-то чуть-чуть, ничего вам там вот так. Это телефоны наши. Ой. Вот так. Вот такой вот. Глаза открыли, понял, что я. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Давайте поаплодируем, потому что это капустник. Это то, что нам всегда не хватает, то, чего нам не хватает. На каких вот этих помпезных наших вечерах. Спасибо. Карл и Клара, Ольга Гарина и сотоварищи. Андрей и Галина Соловьева. Я всем рекомендую просто посмотреть, что происходит в этом клубе, и всем туда поселиться. Может быть, вам ключ дадут, я не знаю. Вот, друзья. Продолжаем наши капустники театральные. И сейчас на эту сцену выйдут наши друзья, наши братья в музыкальном театре.
участники музыкального спектакля «К чему сей фраг?». Друзья, потому что должен же кто-то быть на сцене в свадебном. И должен же кто-то кинуть букет. Потому что в зале наверняка найдутся девушки, которые захотят букет поймать. Так что я вам рекомендую, девушки, построиться вот здесь. Букет будет кидаться, и у вас есть шанс на удачу. Итак, «К чему сей фраг?» Либретто Дмитрия Сухарева по водевилю Антона Павловича Чехова. Музыка Сергея Никитина. На сцене блистательная Ирина Сурина. Неподражаемый Роман Ланкин. Грандиозный Дмитрий Богданов. Концертмейстер, великий и ужасный, Александр Прокопович. Васильевич. Степан Степанович. Не ожидал, батенька. Вот именно сюрприз, мамочка. Голубушка моя, Иван Васильевич, ходите смело. Степан Степанович, я. Степан Степанович, я. Да говорите, что у вас за дело. К чему сей фраг? Голубушка моя, зачем душа моя так чинна? Ведь мы соседи как-никак, соседи как-никак, так в чем причина? Степан Степаныч я, Степан Степаныч я, приехал к вам просить. Не денег ли? Просить приехал к вам, не дам, приехал к вам, не дам, приехал к вам один лишь вы, хоть я ничем не заслужил, помочь мне можете, хоть я ничем не заслужил, но я приехал к вам, не дам. Приехал к вам домой. Да не размазывайте, ангел мой. Что надо, говорите в раз. Сейчас, сейчас. Простите за то, что слова бестолковы, за дерзость простите меня. Но право нам ломовы, вы Чубуков, родней, чем родная родня. Я чувствую сердцем, я знаю, наверное, что семьи так чудно близки. Вот я и приехал просить дерзновенно Натальи Степанны руки. Наталья. Наталья Степанны руки, Наталья Степанны руки. Повторите еще раз на музыка Дуся красивые эти слова. Я так рад, что ушам своим верить боюсь, и кругом пошла голова. Так я на согласие Натальи Степанны рассчитывать все же могу. Красавушка, душенька, вы ей желанны, скорее за ней побегу.
крик за ним побегу, а ей не ку-ку. Ох, заждалась моя Наташка женишка, но ведь не принято, чтоб девки сами в бой бросались. Терпи, голубушка, терпи, и вот такой красавец. И сразу все тебе, и фрак, и сердце, и рука. Приду домой, меня жена встречает нежно. Оно, конечно. Оно, конечно. Ах, холостяцкое житье, оно кромешно. Оно, конечно. Оно, конечно. Оно, конечно, я вдовец, увы, вдовец. Но ведь и вдовушки у нас в уезде обитают, и чувства нежные порой к нам, вдовцам, питают. А мы сами, как-никак, не без сердец. Не без, не без сердец, не без. Пойду позову Наташку. Это не та. Текст забыл. Слабость в теле. Я весь как лист дрожу, но лишь войдет она, я сразу ей скажу. Нужна жена, жена желанна, Наталья Степановна, Наталья Степановна. Мне 35, и вот я здесь, каков уж есть, каков и есть. Жите честь. Как страшно, как холодно, как страшно холодно. Как надо.
не дождаться любви идеальной, той небесной любви, что в крови загорается с первого взгляда. И пускай не на небе этот брак совершится, но все разрешится как надо. У Натальи Степановны вкуса немало, и по части учености, образованности тоже немало. И по части фигуры стрепала, тому, чье здоровье пропало. Без следа. Мне 35. Пора, так в одиночестве печальные вечера, что вот на стену право лезть, и вот я здесь, и вот я здесь. Да я вам буквюсь, я мучительно дрожу, но лишь войдет она, я сразу ей скажу, скажу ей сразу. Мне 35, пора. Поверьте, я уже не то, что был вчера. Прошу вас быть моей женою, беду и радость делить со мною. Я без ответа не уйду домой. О, жалкий вой! Я бы его
шелковистые прятки, всю бы в пальчики нежно брала. Великан ли супруг, лилипут ли, лишь бы рядышком кто-то живой, я бы его разуталые кудри все обмотала бы на пальчик на свой. Я б и лысому нет, не сказала, нужен лысому счастье глоток, я бы на шею повязала. Девки пели, как сладкие брюлеты, а по мне так и лысый хорош. Не та невеста, другую давайте. Ну, жених-то нормальный. Слушай, пока не жаловались. А, нет. Ну, ладно. Парни, парни, вставайте. Парни, хорошо. Жених, иди сюда. Нормально, парни, вставай. Красивый парни, что ты не Разве мой? Ну-ка, дай-ка посмотреть. Прежде чем мы споем финальный номер этого отделения и финальный номер спектакля, я хотел бы сказать, что Лидия Олеговна Чебоксарова внесла невероятно большой вклад в популяризацию этого произведения. До того, как мы здесь это поставили с Маратом Кимом, мы с Лидией Олеговной и с Дмитрием Антоновичем Сухаревым пели это в течение очень многих лет на концертах Дмитрия Сухарева. Как дурачок. Маэстро. Как там хотите, а мне народите внучат, маленьких внучат. Как там хотите, а мне угодите, можно пацанов, можно и девчат. Это же счастье, свои чебучат, ручками сучат, ножками сучат. Мигом рожайте, деду Степан, маленьких внучат, маленьких внучат, внучат. Много ли нужно? Окнами в сад. Много ли лучше твои страсти, нежные ласки, умного мужа.
шампанское, это выпейте. Шампанское. Шампанское, Лида. Ну, и это тоже. Брюк. Естественно, брюк. Борька! Друзья, вот на этом можно было бы уже и разойтись, но нет! У нас будет второе отделение, и, друзья, антракт будет очень маленьким, потому что мы должны покинуть это здание. Да. Без 15-11, уж как хотите, а у нас еще Нурдос впереди весь. Жених. Через 10 минут встречаемся здесь же. Спасибо, Ирина! Роман! Дмитрий! Это было великолепно! Спасибо.